Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Наташа, и сегодня я продолжаю свои беременные дневники. Сегодня речь пойдет о 29, 30, 31 неделе беременности. Да, это уже третий триместр, я начинаю ощущать, что становится тяжеловато ходить, передвигаться, что-то делать. Даже элементарное просто одеть обувь становится немножко неудобной. И это, конечно, не сильно приятные такие особенности беременности. Но что делать? Уже все-таки пузик огромный. И должны быть какие-то неудобства. Наконец, 31 недели мой вес составил 81,1 кг. В принципе, очень даже неплохо. Я очень надеюсь, что вес не будет сильно расти в третьем триместре. Потому что, в принципе, основной набор веса идет у ребенка именно в третьем триместре, а мне не очень было бы хорошо набирать. Поэтому будем держать себя в руках, тем более места для желудка не так уж много, поэтому буду надеяться, что есть я буду мало, и еда не будет оседать там, где мне не нужно. Что же произошло грандиозного и самого главного на этом отрезке моей беременности? Ну, самое главное, это то, что я ушла в декрет. Я, кстати, вот никогда себе не представляла этого, как можно уйти из декрета в декрет. Но да, с третьим ребенком, с третьей беременностью у меня это получилось, и я ушла прямо из декрета в декрет. То вам сказать, это возможно, это не так уж сложно, скажем так. Но, конечно, есть кое-какие издержки, и в первую очередь они, наверное, выльются в том, насколько мне насчитают больничных. Потому что если ты работаешь, тебе в расчет больничных включают также и премии, и отпускные. Но, кстати, не включают другие больничные, если они у вас были. Вот, в прошлый раз у меня там были какие-то и отпускные, по-моему, и больничные, и премии. Ну, в общем, как бы я не знаю, какую сумму в итоге я получу за этот больничный, поэтому будем сравнивать уже после того, как денежки поступят на счет. Вот, что касается начисления, то вроде бы начисления они должны происходить чисто по моей ставке, то есть если раньше учитывался мой фактический доход за какой-то период времени, полгода или год, я не помню, то сейчас, так как у меня в предыдущее время не было никаких доходов официально, кроме тех, что я получаю на ребенка, социальные доходы, то именно база для начисления это будет мой оклад по документам. Он, конечно, очень сильно обесценился с учетом роста курса доллара за это время. Если я уходила в декрет, курс доллара был 8 гривен, то сейчас где-то 25-26. И сами понимаете, что реальная ценность денег, конечно же, уменьшилась капитально. Что же касается начальства, конечно, оно было не сильно в восторге от того, что я, оказывается, беременна, потому что я скрывала от всех своих сотрудников этот факт. И даже вот с некоторыми мы живем в одном районе, и приходилось как-то бегать, если я их увижу где-то в магазине, чтобы они вдруг никому не пересказали. Вот, так что главный этап беременности, скажем так, пройден. Я отнесла больничный на работу, сдала его, и теперь я уже не просто официально беременная, я еще и официально на больничном по беременности и родам. Также что я хочу сказать девочкам, которые будут подписывать этот больничный, следите за тем, чтобы ваше фамилия, имя, отчество были правильно написаны в больничном. Следите за тем, чтобы было правильно написано название предприятия. По-моему, должность сейчас не пишется. Но и адрес предприятия тоже очень важно, потому что часто так бывает, что фактический адрес один, а юридический адрес другой. И вам нужно знать именно юридический адрес для заполнения больничного. У меня, как всегда, этот больничный не получился с первого раза гладким и хорошим. Мне пришлось его исправлять, потому что, несмотря на то, что я знаю все эти юридические подковырки, я знаю, как важно, чтобы было все было правильно написано. У меня было все правильно написано в истории болезни, то, что лежит у врача
Вот, но так как мы с ней сидели, болтали, она, видимо, прослушала и написала неправильно мое название предприятия. То есть, в принципе, буквы все были правильные, просто был неправильный регистр. Нужно было все буквы с большой буквы писать, а она написала только первую большую, а все остальные маленькие. И это является юридической ошибкой. То есть она указала другое предприятие. Вот. И из-за этого мне пришлось несколько раз ездить в больницу, несколько раз ездить на работу для того, чтобы все это сделать. Что же касается подписания больничного листа в моем случае, то это, конечно, еще квест тот, потому что для того, чтобы мне подписать больничный, мне нужно было оббегать 5 кабинетов в 2 зданиях медгородка на Красном хуторе. То есть представьте, я вот пришла, еще, кстати, пришла с 2 детьми, по-моему, и вот это вот бегала с ними по всем этажам, по всем зданиям и подписывала эти бумажки. Ставила везде печати, отмечала, и да. Но мы с этим справились, потом мы отвезли больничный на работу. Я уже ездила с Машей на работу, отвозила больничный. Ей, конечно, очень понравилась поездка, особенно то, что мы зашли в Макдональдс на обратном пути. Ну, а в принципе, как бы очень даже неплохо передвигаться с ребенком по городу. Единственное, нужно выбирать именно дневное время и не попадать в часы пик. Место нам всегда уступали, в принципе, так как я беременна и плюс маленький ребенок. Поэтому, да, можно спокойно этого делать. И поэтому особых таких трудностей я не ощутила на себе. По анализам у меня все хорошо. Единственное, немножко начал падать показатель железа. Если в прошлый раз было 140, то сейчас 120, и, ну, это еще допустимая норма, но уже надо следить за своим питанием. В общем, будем следить, есть больше зелени, мяса, и гречки, и печенки. Да, печенки. Вот, кстати, очень неплохо помогает поднять железо кабачок. Там не так много кабачка, но он весь усваивается. Поэтому сейчас сезон кабачков, и если кому-то тоже нужно поднимать железо, то можете налегать на эти овощи. В планах у меня на следующей неделе сделать УЗИ 3-е плановое. Конечно, оно уже далеко не 3-е у меня. Но, кстати, не знаю какое, надо посчитать. Но, в общем, ждем. Я уговариваю дочку перевернуться, потому что врач в прошлый раз, послушав меня, послушав ребенка, поняла, что она лежит неправильно головой вверх. Поэтому очень надеюсь, что к дате УЗИ она перевернется и все будет хорошо. Вот, что еще интересного. Планируем детей свозить на море хотя бы на недельку перед началом учебного сезона. Поэтому я сейчас в предвкушении. Да, как блогеры снимают видео, если у них есть дети. Вот именно так. И я сейчас в предвкушении, ищу купальник. Уже тот купальник, в котором я ходила в бассейн, на меня мал, живот вырос, и образовываются щели, поэтому приходится что-то думать. И, в общем, как бы я сейчас в поиске нового купальника, немножко побольше размером. Опять же, для беременных, но чтобы он уже на мне получше сидел. Муж не решился меня вывозить никуда далеко на море, потому что все-таки уже срок такой, третий триместр. И плюс еще у нас в Одессе живут родственники, и он, в принципе, не боится меня туда вывозить, потому что там всегда есть помощь, если что. Вроде как нужно уже готовиться к роддому, нужно задумываться, где я буду рожать. Но, наверное, об этом я буду снимать отдельное видео, как я выбираю роддом и чего я выбираю, по каким критериям. Пока вроде бы все. Что я хотела отметить на этом периоде беременности? Большое спасибо, что были со мной. Большое спасибо, что смотрите видео. Ставьте пальчики вверх. И до скорых встреч. Пока-пока. Да? Пока-пока.